Ege? Перезад, добрый день, я вас вижу. Вы меня видите, слышите? Да, слышно все. Меня хорошо слышно? Отлично. И вас прекрасно слышно. Сейчас подождем, пока к нам присоединятся наши коллеги. Даш, привет. Привет, как дела? У меня хорошо, как вы? Отлично, слышно, видно. Вот и Лена к нам присоединилась. Добрый слышно, день. Видно. Добрый день. У нас тут уникальная возможность разные части Турции, Минска присоединились. То есть, насколько я знаю, Даша у нас находится в Кемере сейчас, да? Да. А вот Перезад в Белеке. Да. В Риксос Land of Legend и Елена в Риксос Белеке. В офисе, да? Да, все верно. В офисе Rebel Service. Буквально сейчас пару минуточек подождем, когда к нам присоединятся коллеги. Все, кто из нас смотрит с других частей, нас видно, слышно, напишите, пожалуйста, в чат, буду рада. Здравствуйте, все отлично, добрый день. И вам добрый день. Немножечко расскажу, какой теме у нас сегодня посвящен наш вебинар. Идея была такова, чтобы рассказать о тех изменениях, которые произошли в отелях Риксоса, а их немало, в том числе и те, которые вы знаете, и представить новинку этого сезона. Отель, который откроется в апреле 2023 года, это Риксос Парк Белек. Он находится в регионе Белек. Девочки более подробно расскажут про отель. Как небольшой такой спойлер расскажу, что он находится на той же ветке, где находится отель Риксос Премиум Белек в начале этой ветки. То есть, чтобы вы просто сориентировались по карте и по местности. Ну, более подробно девчонки вам об этом расскажут. Я, в свою очередь, хотела бы немного начать и рассказать о тех, то есть о нашей полетной программе компании Rebel Service и какие у нас планы на 2023 год. Планируем летать в Анталию мы с 18 апреля и конец сезона планируем в середине ноября. В прошлом году полетная программа продолжилась до 6 января. Посмотрим, что будет в этом году. Надеюсь, что тоже продлим, но официально на данный момент запланирован до середины ноября полетная программа. Летать будем ежедневно из Минска, из регионов полетной программы не будет. И продолжительность отдыха может составлять от 5 до 30 дней. Продолжительность больше 21 ночи рассчитывается по запросу индивидуально. Вся остальная продолжительность рассчитана в системе автоматически, можете пользоваться. Почему больше не рассчитываем? Потому что для белорусов безвизовое нахождение в Турции по-прежнему 30 дней. Далее требуется виза, которую туристы оформляют самостоятельно в посольстве. Кроме Анталии, планируем летать в Бодрум раз в 10 дней, и полетная программа также в этом году запланирована на Измир, тоже раз в 10 дней, старт программы с конца мая, с 26 мая, и окончание в начале октября. Также напомню об оплатах и предоплатах. Это очень выгодные условия по бронированию. Бронируйте сейчас, раннее бронирование. Я думаю, что все ощутили, насколько динамичны цены были на первом этапе, на втором этапе. Сегодня последний день второго этапа раннего бронирования. И цены также изменяются. Но забронировав путевку сейчас, вы оплачиваете всего лишь 5% и остаток платежа за 2 недели до билета туриста. Согласитесь, это очень выгодно, это очень лояльно, и у вас, у туристов, есть возможность зафиксировать самую выгодную цену по самому выгодному предложению. Вот. Вся остальная работа текучая. В этом году у нас для оптимизации расчета запросов появилась новая почта tr@abs-tur.by, куда можно отправлять ваши запросы, вопросы, и оперативно 3 сотрудника на нее отвечают. Поэтому будем рады вашим заявкам, будем рады вашим запросам, вопросам и всегда готовы помочь. Ну, я думаю, что все собрались, и мы готовы начинать. И начнем мы с новинок и с информации по отелю Риксос Land of Legend. Представляю вам представителя отдела продаж Перезад Бектекбек, работает в Сатыш офисе Риксос Land of Legend и как раз вам сейчас расскажет обо всех новинках.
Спасибо большое, Ирина. Так, меня слышно, да? Я очень попрошу вас, уважаемые коллеги, выключить микрофоны. Презентация видна, меня слышно хорошо. Все отлично. Уважаемые коллеги, доброго дня вам. Позвольте поприветствовать вас из солнечной Анталии. У нас уже лето приближается, и меня зовут Перизат. Я представитель отеля Land of Legends Kingdom. И сегодня мы вам расскажем с нашими коллегами про новинки отеля Rixos. У нас очень мало времени, поэтому пройдемся очень быстро и расскажем про новинки. Начнем нашу презентацию из отеля, из самого детского, с самой детской концепции, из сказочной концепции Land of Legends Kingdom. Вы, наверное, знаете про этот отель. Это огромнейший комплекс, который делится на три части. Это сам сказочный отель, это торговая улица, и это огромнейший тематический комплекс, который тоже делится на две части. Это аквапарк и парк аттракционов. Не доходя до новинок, я хотела бы немножечко напомнить про наш, про этот сказочный отель. В отеле у нас концепция, получается, такой концепции нет не только в Анталии, как я говорила, но и в Турции тоже. У нас есть номера розового цвета для девочек и синего цвета для мальчиков. В общей сложности у нас 5 этажей, 4 из них в синем цвете, есть только 4-й, один этаж в розовом цвете. Поэтому если у ваших гостей будут пожелания по поводу розовой комнаты, вам нужно будет обязательно написать нам, либо поставить пометки на туроператоре, через которого вы делаете резервацию, чтобы мы вам помогли с розовой комнатой. Когда, естественно, когда у нас очень высокий сезон, у нас не всегда получается, но мы делаем все, что в наших руках. Тематический парк у нас, аквапарк, открыт с апреля до 31 октября, у нас летний сезон. И парк аттракционов открыт у нас 12 месяцев. С 31 октября у нас полностью закрывается аквазона, водные аттракционы. В водных аттракционах у нас есть более 40 водных именно аттракционов, половина которых для взрослых и половина для детей. 31 октября заканчивается у нас летний сезон, и мы закрываем полностью аквапарк. Парк аттракционов у нас остается, получается, работает 12 месяцев. И в парке аттракционов у нас более 20 сухих именно аттракционов, которые тоже половина для взрослых и половина для детей. Дельфин-шоу, вся анимационная программа, феерическое вечернее шоу у нас функционирует и зимой, и летом. Если летом дельфин-шоу у нас два раза в день, то зимой он только один раз в день. Вечернее шоу тоже летом у нас приблизительно в 10 часов, время может поменяться. В зимнее время он в 8:30 каждый день, кроме среды, точнее один выходной только. За одну неделю, 6 дней он работает, феерическое шоу, проходит он на торговой улице, и на торговую улицу, как вы знаете, вход у нас свободный, точнее, гости могут приехать просто на шопинг. У нас очень много магазинов на торговой улице, в этом году у нас приблизительно более 170 брендов, и турецких, и иностранных тоже. Гости просто, все гости, которые проживают на Анталийском побережье, могут просто зайти бесплатно и прогуляться, пошопиться и вечером остаться на феерическое вечернее шоу. А также от всех Rixos отелей к нам есть бесплатный трансфер в летнее время, один раз в день, раньше это было три раза в неделю, в определенные дни. С прошлого года на данный момент уже каждый день у нас есть бесплатный трансфер. Что имеют гости Rixos отелей? Они просто приезжают и пользуются всеми аттракционами бесплатно, а также анимационная программа, дельфин-шоу, вечернее шоу тоже на бесплатной основе. У нас в отеле нет пляжа, поэтому мы всех наших гостей отправляем в Rixos Premium Белек, в 9 километрах от нашего отеля находится.
У нас есть один только трансфер в Rixos Premium Билет, и все гости могут пользоваться всей инфраструктурой отеля Rixos Premium Билет, кроме номера, естественно, пляж, полотенце, ресторан, бар, все шезлонги, все на бесплатной основе. В летнее время у нас время... Тоже я скажу, что дипнот сделаешь, что время может поменяться, но в прошлом году у нас было с часу до 6 вечера в летнее время, а на данный момент в зимнее время у нас трансфер идет с часу до 5 вечера. Есть один только трансфер, как я уже говорила, и гости могут уехать только на нашем трансфере, на нашем сервисе один раз в день туда и обратно. Так. А теперь уже по новинкам нашего отеля. Может, уже наши все коллеги, наверное, знают, что у нас была секретная лагуна. Одна зона, где подогревались бассейны на открытом воздухе. И бассейны, и аттракционы тоже. Он 2 года уже не подогреваемый бассейн, точнее, не работал. Эта зона работала только в марте. В этом году, в 2023 году, это считается самой... Это новинка этого года. Мы поменяли название Secret Lagoon на Aquatropic. Точнее, вот эта зона, где есть 8 аттракционов, еще в этом году у нас будет новинка этого года еще Turtle Coaster. Это самая длинная в мире горка, длина которого составляет 424 метра. Мы планируем на данный момент открытие аквапарка полностью, аквапарка будет 1 апреля, но именно открытие этой зоны будет у нас приблизительно 1 июня. Так, как вы уже на презентации видите, тематический парк Aquatropic вместо Secret Lagoon, вместо секретной лагуны. Остальные аттракционы остаются таким же образом, 8 аттракционов водных, но зимой он на данный момент, мы говорим, что подогреваться не будет, но в следующих годах, может, это тоже поменяется. И новинка, прям топ-новинка этого сезона в Land of Legends – это Turtle Coaster, самая длинная в мире водная горка. А также у нас, вы, наверное, знаете, что мы с прошлого года празднуем 23 апреля, это Международный детский день, у нас феерический, грандиозный был концерт в прошлом году, 2 дня. На втором день мы приглашали из самого известного в Турции певца Кенан Доулу и праздновали детский праздник. Вот, в этом году мы тоже планируем, тоже будет 2 дня на данный момент, грандиозный тоже концерт 22-23 февраля, апреля, извиняюсь, но точно неизвестно, кто будет певец. На данный момент мы на стадии договора, поэтому как только это все будет известно, мы дадим вам знать по поводу детского фестиваля. Вот, как на, может, вы, наверное, уже знаете, как это все произошло. На слайде вы можете тоже увидеть, какой бы у нас был грандиозный праздник. Вот, у меня по новинкам все по Land of Legends. Так, Лена уже поделилась нашими контактами на чате. Вы можете посмотреть, вы можете в любое время, вы можете написать нам 24 часа по концепции, по новинкам. Если будут у вас гости, какие-то проблемы, какие-то вопросы, мы будем очень рады ответить все на ваши вопросы. Если есть у вас вопросы по Land of Legends, я готова ответить. Если нет, я тогда перейду на следующий отель. Так, как я вижу, нет вопросов. Хорошо, отлично. Следующий наш отель тогда, который находится в самом сердце Анталии, это Rixos Downtown. От себя хочу добавить, что Downtown очень сильно изменился. У нас очень много новинок в этом году в Rixos Downtown. С прошлого года он действительно считается не только бизнес-отелем, который находится в центре именно Анталии,
но и резортом, где, куда гости приезжают со своей семьей и отдыхают каких в премиальных отелях. Так, Rixos Downtown находится в 18 километрах от нашего аэропорта. Он именно действительно находится в самом центре Анталии. И пешеходных доступности от Коньялты Бич, от больницы, от центральных парков и плюс еще от старого города. Он приблизительно минут 15 идти до нашего старого города. Старый город, наверное, вы знаете, что самый известный в Анталии. 80% Rixos Downtown у нас номеров смотрят на море и только 20% на город. Концепция у нас на данный момент all inclusive, all exclusive, и в этом году у нас будут, в сентябре точнее, будет неделя йоги, куда мы приглашаем профессионалов и вечерние, ну, каждый день у нас были вечерние, вечерняя живая музыка, выступления диджея. В этом году тоже мы продолжаем, получается, новые музыкальные группы к нам приезжают, выступления диджея, диджеев. И три новых а-ля-карт ресторана, точнее, Турунч был еще в прошлом году, средиземная кухня, веганское, вегетарианское меню тоже есть. По а-ля-карт ресторанов, под а-ля-карт ресторанов Rixos Downtown хочу сказать, что до 4 ночей в Rixos Downtown, если вы бронируете 3 ночи, либо 4 ночи, то а-ля-карт рестораны за дополнительную плату. Турунч, например, будет $25 с человека. Есть а-ля-карт ресторан Синс, который стоит $20 с человека. И Террас Мид. Это так, мясной, да, мясной ресторан. Я сейчас по слайду покажу. Он тоже стоит $20 с человека. Но если вы бронируете от 4 ночей, точнее, с 4 и далее, один ресторан за одну неделю, один раз в неделю один ресторан бесплатно. Имейте, пожалуйста, в виду, от до 4 ночей все а-ля-карт рестораны платные, от 4 ночей все а-ля-карт рестораны вы можете посетить один раз в неделю. Вот, Террас Мид, новый ресторан тоже, мясное меню, и ресторан Сис, обновленный декор, тоже был в прошлом году, меню с морепродуктами. Вот, обновленный бассейн у нас у бассейна, обновленный бар у нас у бассейна, он уже был, но мы в этом году его обновили. И самое главное, вот в Land of Legends у нас был Rixos Downtown, один трансфер в 10 часов привозят и в 5 часов обратно отвозят гостей. Но с прошлого года у нас из Rixos Downtown привозят и на вечернее шоу. Точнее, в 7 часов у нас есть еще один трансфер в Land of Legends, и обратный трансфер у нас в 11 часов. Таким образом, гости могут приехать и вечером на шопинг, и остаться на шоу, и уехать в 11 вечера обратно в Rixos Downtown. Вот, Аруна Бич, вы знаете, что у нас в даунтауне не на первой линии, надо будет спуститься на, либо у нас есть лифт, но если хотите, у нас есть еще и шаттлы бесплатные, есть плюс еще, скутер. Вы можете арендовать за 30 минут у нас по 100 лир, и плюс еще у нас, байки на бесплатной основе, велосипеды на бесплатной основе. Ну, это уже оставляем на ваш выбор, потому что вы можете выбрать шаттл-сервис бесплатно, либо скутер за дополнительную плату, либо велосипеды. Либо вы можете спуститься просто на лифте или же по лестницам, если хотите, чтобы был спорт. И новинка этого года, 23-го года, мы открыли еще новую площадку для игр в гольф. У нас есть профессионалы для детей и для взрослых тоже. Площадка именно для гольфа. Вот, на слайде вы можете посмотреть, что... Вы можете тут ясно увидеть, что у нас все комнаты
так, 80%, как я уже упомянула, все комнаты 80% у нас смотрят на море. Ну, по дизайну у нас по отелю и в номерах были какие-то изменения, и на лобби. Я перевесываю, это уже Риксус Парнбелек начался по презентации. Ой, все. Все. Так, последняя, да, это была, получается, вот последний слайд. Хорошо, у нас все тоже по Риксус Даунтауну. Если есть вопросы, вы можете тоже обратиться к нам, написать сейчас, либо презентацию мы сделаем рассылку, либо ответим на все ваши вопросы. Спасибо вам большое. Я сейчас передаю слово нашей коллеге Лене. Хороших всем продаж. Уважаемые коллеги, добрый день. Очень рады встрече с вами. Хотим отдельно поблагодарить Aerobel Service за то, что организовал нам такую встречу. И, конечно же, переходя уже после Land of Legends Downtown к Белеку, мы начнем с вами с новинки сезона, в полном смысле слова новинки, самой главной. Это открытие нового отеля в регионе Белек, Риксус Парк Белек. Я думаю, что с этим отелем, вернее, с его прошлыми воплощениями, так или иначе, вы, наверное, знакомы. Это отель находится на той территории, где раньше находился отель Силиум 2000 или Magic Life Imperial. Также он менял свои названия, но в этом году этот отель попал в надежные и любящие руки Риксус. Сейчас у нас там происходит реновация, полностью мы видоизменяем отель. И, конечно, говорить о том, что еще в процессе, будет немножко сложно, но мы готовы приоткрыть этот занавес. Так что встречайте Риксус Парк Белек, это буквально несколько отелей от Риксус Премиум Белек, тоже в этом таком прекрасном регионе, в этой ветке отелей. Соседи непосредственные отели, с одной стороны это Корнелия Делюкс, а с другой стороны через муниципальный пляж Вояж Белек, то есть это фактически сердце Белека. Хочу тоже сразу сориентировать по сегменту отеля. Это отель у нас ниже Риксус Премиум Белека по уровню, но это не значит, что он хуже, конечно же, потому что Риксус Премиум Белек – это само совершенство, и Риксус Парк Белек – это тоже очень красивый отель, спасибо, вот уже пишут, что невероятно стильный, да, это так, это все в стиле Риксус. Его плюс в том, что это в сегменте «Делюкс», но чуть ниже премиум-сегмента, то есть вот в этой нише у нас теперь тоже есть отель в Белеке. Можно ориентировочно сказать, что это что-то на уровне а-ля Риксус Сангейт, но опять-таки с учетом того, что это регион Белек, это все будет еще более стильно, более качественно, и планируется, что впоследствии это также, скорее всего, отель выйдет на уровень сегмента премиум. Так что обратите, пожалуйста, внимание, отель достоин внимания. Сейчас мы делаем там реновацию всех общих территорий. Это и лобби, это и все бары реновируются. Очень будут стильные, красивые. Вот посмотрите некоторые фотографии. Это бар на пляже. Он будет, ну, наверное, самым стильным в сети Риксус. Прямо просто около песка, в таком вот... Или также там рядышком на пляже будет рыбный а-ля-карт ресторан. Вот уже вопрос у нас. Подскажите, да, надо было, конечно, с этого начинать. Мне открытие планируется на 1 апреля, то есть уже совершенно скоро. Уже с апреля, если будете и сами в наших краях, захотите посмотреть, и, возможно, мы планируем тоже мероприятие на открытие отеля, так что следите, пожалуйста, за нашими новостями. Те новости, которые есть, мы с вами сегодня делимся, но многие новости появляются в процессе. Поэтому
я вас приглашаю еще раз присоединиться на новостной канал Rixa, ссылочка чуть-чуть выше. Если вы еще не там, то это более-менее оперативный способ владеть всеми новостями. Также Rixa Spark Билет, хочу сказать, что он воплотит в себе, конечно же, все самые важные краеугольные камни концепции Rixa. Это и стиль, и обслуживание, это, конечно же, и Exclusive Sports Club, спортивная академия, это и Rixa Kids Club, и, конечно же, самое тоже впечатляющее, это привилегия посещения бесплатного The Land of Legends парка. Это наш отель, ближайший к The Land of Legends. Даже Rixa Premium Билет находится на 2 километра дальше. Rixa Spark Билет всего лишь 7 километров до The Land of Legends. И, естественно, мы планируем несколько раз в день трансфер в The Land of Legends. Это будет ориентировочно 2-3 раза в день, возможно, даже потом больше, но начинать планируем с 2-3 раз в день. Так что это также хорошая опция для тех, кто хочет непременно в парк поехать и при этом проживать в очень хорошем качественном отеле. Также при открытии, как вы знаете, цены еще более-менее лояльные. Обратите внимание, также по скидкам раннего бронирования очень оптимальные цены. В Rixa Spark Билет у нас будет два а-ля-карт ресторана. Это рыбный а-ля-карт ресторан и стейк. Посещение их будет бесплатно по записи для проживания от 7 ночей. Также очень стильный, как на фотографиях мы с вами видим, снэк на протяжении дня тоже прямо возле пляжа. Стиль, честно скажу, по фотографиям, ну, я влюбилась. Очень светлый, очень приятный. Также Exclusive Sports Club здесь планируется, будет один из самых впечатляющих. Как вы знаете, Exclusive Sports Club у нас когда-то в 2016 году родился в Rixa Premium Билет, и его вдохновитель как раз создатель и занимается созданием Exclusive Sports Club здесь. Тут фотографий еще не очень много. Это фотографии некоторые фитнес-зала. Он полностью переоборудовывается, полностью новыми тренажерами. Тренажеры, считающиеся самой лучшей сейчас марки Tecno Gym. И также создается площадка на свежем воздухе, так как вы знаете, что Exclusive Sports Club максимально все на свежем воздухе проводится. Тоже прямо недалеко от моря, практически на пляже, около бассейна, делается просто грандиознейшая площадка. С особой любовью подошел у нас Юрай Бей к этому отелю и созданию спорт-клуба здесь. Также, конечно, спа-центр, это тоже важный краеугольный камень. Здесь у нас тоже будет Анжана спа, как и во всех Rixa-отелях. И также спа-центр проходит полнейшую реновацию. Все лучшие традиции Анжана спа, широкий спектр, да, услуг, разные массажи и дополнительные способы релаксации, такие как и чайная церемония, и поющие чаши тоже здесь все ожидается. Rixa Kids Club тоже у нас строится здесь с нуля. Как мы тоже видим, он такой с панорамными окнами, со светом дневным даже в помещениях. Конечно, есть площадки на открытом воздухе. Но вот эти моменты я особо сделаю акцент и медленно все это проговариваю, потому что это и Rixa Kids Club с очень насыщенной программой, и Анжана Спа, и Exclusive Sports Club, и внешняя, и фитнес-центр очень качественный. Эти моменты очень тоже в этом отеле у нас прослеживаются. Что касается номерного фонда, то здесь достаточно много категорий номеров, многие из них находятся в главном корпусе. И есть также зона аренд. Зона аренд, она сделана в марокканском стиле, тоже очень впечатлит гостей, кто любит тематические номера, кто хочет какую-то необыкновенную атмосферу. Я рекомендую вам ознакомиться также с фэкт-шитом. Я чуть-чуть позже, когда Даше передам слово, сделаю ссылку тоже на фэкт-шит отеля, посмотреть, что планируется более детально.
И, конечно же, по этому отелю будет у нас еще очень много новостей. А сейчас же самое время бронировать и предлагать этот отель вашим клиентам по самым оптимальным ценам, поскольку он только открывается, еще есть возможность успеть. Я далее перехожу. Если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Я по ходу пытаюсь отвечать, но если что, в конце тоже на этом остановлю внимание. Далее мы переходим с вами на отель «Ритцес». Премиум билет. Да, да, Ирина. У нас два вопроса. Первый вопрос, да. Подогрев бассейна снаружи есть или нету? Снаружи у нас подогрева бассейна пока нет, в этом году не будет. Возможно, впоследствии такие планы могут быть, потому что, скажу вам по секрету, есть такие планы, например, в Ритцес Бельдере на следующий сезон сделать подогрев. Ритцес Парк Билек пока что нет, но такие планы тоже могут возникнуть. Сеть развивается и делает отели тоже более благоприятными на любой сезон, комфортными. И все же, мы еще... позиционируем этот отель для семейного отдыха или отдыха для взрослых? Да, этот отель мы позиционируем, конечно же, как семейный отдых. Это как бы явно очень из его концепции вплотную связанной с The Land of Legends и, конечно же, из-за региона билет традиционно семейный. Это как делюкс отдых для семейного отдыха, где все придумано тоже для мелочей, для детей, для родителей и в лучших традициях всех Ритцес концепции. Но опять-таки я хочу сделать акцент, чтобы правильно понимать. Это средний, хороший делюкс-отель, но не премиального уровня пока что. То есть это... Все, кому премиально, Ритцес билет. Ну, да, кому премиально, Ритцес премиум билет. А кто хочет в Ритцес, ну, возможно, по бюджету немного еще пока не заработали на премиум, то это тоже очень такой идеальный вариант. То есть, ну, больше, насколько я понимаю, вопросов по этому отелю нету, переходим к следующему. Я отключаюсь, да, у нас тут один вопрос. Можно получить презентацию этого отеля? Да, мы вам ее отправим. Отправим сюда тоже еще линк на фактшит, на презентацию тоже сюда линк мы отправим. Сейчас я еще ваш мейл записала, тоже вам отправлю. Далее мы переходим на Ритцес премиум билет. Дорогие коллеги, конечно же, Ритцес премиум билет каждый год как-то усовершенствуется, как и все наши отели. Но в этом году мы делаем особый акцент на то, что уже нет никаких недостатков в отеле. Поэтому мы делаем акцент особый на усовершенствование достоинств. Сейчас будет более понятно, про что именно я говорю. Первое – это наша кондитерская. Мы ее увеличиваем, мы ее переносим, и, можно сказать, мы строим новую кондитерскую, которая откроется тоже уже 1 апреля. Она будет находиться на том месте, где раньше был шиша-бар. То есть при выходе из главного корпуса, как мы выходим на аллейку к бассейнам, с левой стороны был шиша-бар. Там и внутренняя часть, и внешняя, это все будет огромная, вот такая элегантная кондитерская Godiva и Mövenpick. Особенность этой кондитерской заключается в том, что она будет работать с 7 утра до 11 вечера, и здесь можно будет не только там вкусностями полакомиться и шоколадками с мороженым Mövenpick в течение всего дня и вечером, но это такая тоже особенная приятность для гостей, которые любят такой континентальный европейский завтрак, когда просто перекусил круассан или свежую выпечку утром рано с кофеечком и пошел сразу на пляж. Очень удобно вышел из номера, сразу по дороге на пляж в такой кондитерской позавтракал и пошел дальше жить свой прекрасный день отдыха. Что же будет у нас теперь на месте кондитерская, которая была на Французской улице? Здесь у нас будет чайная, то есть Starbucks-кофейня, которая была перед кондитерской, вот на фотографии слева, она остается,
а за ней уже внутри, где была кондитерская, будет вот такая, такой чайный бар, где будет проводиться чайная церемония. Очень много видов разного чая, которые готовятся тоже по всем правилам, с песочными часами и так далее. То есть особых ценителей чая теперь можно смело приглашать и отправлять в Rixos Premium Билег. Даже самых исхищренных в этой сфере гостей мы тоже обязательно удивим. В этом году мы планируем также делать систему а-ля-карт ресторанов, резервацию по системе онлайн, то есть либо с приложения Rixos это будет возможно, либо же онлайн, но будет это делаться также день в день, как и делалось раньше по телефону. Хочу напомнить, что во всех типах номеров в Rixos Premium Билег у нас есть служба ассистента по отдыху, то есть у каждого гостя есть ассистент, который помогает всем вопросам на протяжении отдыха. И также он поможет с резервацией а-ля-карт ресторанов. А-ля-карт рестораны – это тоже очень важный момент в Rixos Premium Билег, так как это все рестораны на аутсорсе у дубайской компании Swat Hospitality, то есть они все очень высокого уровня, но при этом они все бесплатны, все входят в концепцию, и каждый из них гости могут посетить по разу за свой отдых по предварительной резервации. Напомню, что итальянский ресторан работает также в обеденные часы с 2 до 5, и днем туда можно приходить без резервации неограниченное количество раз. И, конечно, ресторан People's, круглосуточный ля-карт ресторан, который работает без записи, без всяких лимитов. В этом году мы также ввели Nespresso кофе и Mövenpick мороженое сервис тоже прямо в главном ресторане, то есть еще повышаем уровень и качество. И приятный момент для многих гостей, теперь у нас расширен выбор столовых вин в главном ресторане. Раньше это были турецкие, молдавские вина, теперь сюда еще добавились у нас чилийские и итальянские вина, вот более подробно по маркам и по видам. А теперь это уже около 13 различных видов не только турецкого, но и иностранного вина импортного. Также в главном ресторане и в детском ресторане в мини-клубе Юми у нас теперь подаются такие еще милкшейки. Не только взрослым увеличится ассортимент, но и детям. Напомню, что детский ресторан Юми на территории мини-клуба прямо в мини-клубе, прямо возле пляжа. Он у нас тоже работает на обед. Ну, как на обед? Вообще с 12 до 18. То есть ребенок там может и ранний ужин себе устроить, и пообедать вместе с друзьями, с аниматорами. Не надо его даже никуда забирать. Exclusive Sports Club у нас в этом году тоже прибавляет новые виды спорта. Это Reformer Pilates и Black Light Cycle. Вот такая вот студия. Хочу добавить, что с этой зимы, с 1 января, наш игровой центр, где находится боулинг, бильярд, игровые автоматы, он теперь у нас работает на комплементарной основе. Вот, то есть детям теперь еще более насыщенно стало, интересно. Теперь у них рассосредоточилась зона внимания, не только на мини-клубе. И тоже приятное дополнение – на пляже у бассейнов, а также на пляже Вилл Клаб Приве мы полностью реновируем туалетные комнаты. Теперь они будут выглядеть вот в таком бохо-стиле. Вопрос у нас, так, когда, подскажите, со скольки лет мини-клуб принимает деток? В Rixos Premium Билег деток без присмотра родителей под ответственность аниматоров мы принимаем с 4 лет. Детки младше могут приходить с родителями. Есть также сервис няни. Няня принимает деток от 2 лет и стоимость ее услуг ориентировочно 20 евро в час. Так, и я думаю, что кто был у нас в отеле вот последних 2 года, замечал, что на пляже у нас есть такая красивая кофейня. Мы называем ее самый романтический Starbucks в мире, потому что находится она прямо на песке.
И этот Starbucks, мы, конечно, заметили, как его любят гости, мы решили его еще сделать более комфортабельным, интересным, и вот так вот расширяем его прямо в такую лаунж-зону, это все прямо на пляже находится, различные и качели, и группы посидеть, по полу сидеть, или даже немножко по полу полежать, вот, такие, вот такой прямо фантастический бар на пляже. С противоположной стороны пляжа, тоже прямо на песке, в прошлом году у нас появился витамин-бар, похожий на этот Starbucks. В витамин-баре у нас подаются смузи, детокс-напитки различные, свежевыжатые соки и фрукты. А у нас еще один вопрос был, Евгения спросила, повторите, когда реновация завершится, с какого числа предлагать? Это по Парк Белеку вопрос. Риксос Парк Белек у нас откроется, друзья, ориентировочное открытие 1 апреля, но какой-то зазор пару дней, возможно, можно сделать. Но, в принципе, с 1 апреля можно уже предлагать, потому что в любом случае мы пытаемся все успеть. Официальное открытие 1 апреля. Ну, во всяком случае, как Ирина сказала, полетная программа с 18 апреля к этой дате точно все будет готово. А далее Club Privé Barixos Belek. Club Privé Barixos Belek у нас сейчас проходит тоже косметический ремонт, то есть все Club Villa, Villa Privé у нас проходят ремонт. Они будут все свежие к открытию. Мы немножко сместили на открытие на более ранние даты, на 23 марта. Так что кто хочет в приватном стиле уже встречать весенние каникулы, это возможно, потому что Club Privé как раз приурочил открытие к весенним каникулам. 25 марта, еще раз повторю. Клабхаус, вот на фотографии у нас вилла-ресторан на острове, который работает по системе а-ля карт, а-ля минут 24 часа в сутки. Он у нас тоже сейчас проходит такую реновацию, смену обстановки, он немножко поменяется, его стиль. Пока нет даже спойлера, поэтому ожидаем с нетерпением мы тоже сами. И, конечно, самая главная новинка в Club Privé Barixos Belek в этом сезоне – это полная реновация резиденции Хелена. Напомню, что резиденция Парис у нас реновировалась в прошлом году. Она у нас стала теперь на 5 спален. Парис у нас прямо прилегает к пляжу с собственного сада. Гости выходят прямо на собственный пляж. То есть это вариант полной такой приватности. Резиденция Хелена, как и Парис, имеет тоже свой огромный сад, два своих бассейна, крытый и открытый, 6 спален. И у обоих резиденций у нас и частный батлер круглосуточный, всегда при гостях в их распоряжении, и круглосуточный шеф-повар личный. Я хотела бы подробно остановиться на концепции Club Privé, но у нас эфир по новинкам. Просто хочу сказать, что это самый уникальный продукт в сети вообще Риксос. Это прямо отдельный бренд Club Privé. Это для самых требовательных гостей, для самых ваших любимых тоже, конечно же, гостей, для тех, кто хочет отдыхать в полной приватности. При этом есть варианты, как и Вилл Клаб Приве, прилегающих к одному большому бассейну. Да, Ирина, спасибо за вопрос. Сразу видно, как вы чутко следите за всеми новинками. Да, в прошлом году мы ввели такую концепцию, что раз в месяц и у нас проводится шоу-ужин с мишленовскими поварами, и также раз в месяц вот такие коктейли на закате с известными миксологами и диджеями. То есть раз в две недели у нас происходит либо коктейль-пати с известными миксологами и диджеями, либо дино-шоу с мишленовскими поварами. Это обычно очень грандиозные мероприятия тематические, и вся локация, либо бич-лаунж, это либо клуб-хаус, как на фотографии, украшаются в определенном стиле, персонал тоже в определенных костюмах. Это у нас была и Гэтсби Найт, и Марокканская ночь, и Султанская ночь. Все это время в разном стиле, с разными и мишленовскими поварами, с разными
звездами-миксологами. Эта традиция не только у нас прижилась. Дальше Дарья вам расскажет, что планируется в стыкированных виллах тоже такие мероприятия. Далее Rixos Premium Gyojek. Дорогие друзья, Rixos Premium Gyojek нас тоже радует новинками в этом году, как и всегда. Хочу сказать, что это, конечно, наш уникальный отель в самом красивом месте Турции. В этом году мы поменяли матрасы во всех номерах, также сделали косметический ремонт, добавили каких-то эксклюзивных деталей в дизайн. Номера здесь в такой концепции марины морской, и никакие другие, поверьте, сюда бы не подошли. Также в Rixos Premium Gyojek мы ввели WhatsApp-ассистента. Это не личный ассистент по отдыху, как в Rixos Premium Black, но по WhatsApp тоже по всем вопросам всегда поможет. Тоже очень удобно и практично. Сейчас мы здесь также проводим реновацию ресторана People's. Это ресторан, который находится прямо возле моря, прямо на красивом таком газоне. Ресторан, который работает круглосуточно по системе а-ля карта ля минут. И тут и завтраки в турецком стиле, и далее в течение всего дня тут можно перекусить. Это очень такое элегантное место, теперь оно станет еще более таким стильным, красивым, как на фотографиях. Также мы здесь реновируем и кондитерскую, и кофейню Starbucks. Все тоже вот в таких более еще органических, природных, но при этом лакшери стиле. А с прошлого года в Rixos Premium Gyojek мы ввели тематические вечера. Вот приблизительно какие они тут бывают. То есть каждый вечер посвящен чему-то новому, либо року, либо джазу, либо латинскому. Напомню, что отель 13+, только для взрослых. И также мы здесь проводим на регулярной основе, как бы раз в две недели, различные вечеринки, вот тоже их тематика. Некоторые проводятся прямо на Secret Beach, некоторые проводятся на территории основной отеля. А в прошлом году мы добавили сюда живую музыку в дневные часы на Secret Beach, чтобы было еще более атмосферно. Это все очень приятная музыка, не бам-бам. Никому она не помешает, но приятной атмосферы добавляет. Далее хочу что еще сказать, что, конечно же, вы знаете, что мы всегда говорим в Rixos Premium Gyojek. Надо видеть Gyojek не только со стороны суши, но обязательно и со стороны моря. Поэтому у нас всегда традиционно там была бесплатная экскурсия на яхте для всех гостей отеля. На нее можно записаться у Guest Relations и с утра до вечера целый день походить на яхте, остановиться в красивейших бухтах, покупаться там, увидеть яхтинг мирового уровня, потому что в бухтах островов Гюджека там останавливаются действительно яхты со всего мира, из Америки, из Австралии, увидеть, насколько это все грандиозно. И, конечно, красоту и 12 островов Гюджека, официально признанное самое красивое место в Турции. И также мы ввели сюда новые интересные мероприятия на яхте, такие как вечеринка на яхте. Вечером гости отходят в море, там веселятся, танцуют и никому не мешают и не шумят в отеле на территории. Вот так атмосферно, романтично в море это происходит. И, конечно же, еще йога на яхте. В этом году еще добавляется йога с поющими чашами на яхте. Поэтому это Rixos Premium Gyojek – это еще необыкновенный опыт, новый, увлекательный, новых вот таких ощущений. Вот такая красота. Клаб Приве by Rixos Gyojek в соседней бухте от отеля Rixos Premium Gyojek находится, напомню, там у нас всего лишь 14 вилл. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выйти на пляж. И вот все, я уже здесь, прямо на пляже нахожусь, просто выходя из виллы. А здесь виллы у нас на различные количество спален от 2 до 5. И в этом году, вот посмотрите на эту фотографию, вот эти павильоны все меняются. Мы их меняем на более еще комфортные, на более современные.
Вот такие павильоны приходят на смену. И в клуб при выборе Rixos Gujek у нас тоже очень приватно, потому что в бухте только 14 вилл, пляж для виллогостей, ресторан, и больше ничего нет. Больше это недоступно со стороны суши никак. Может кто-то прийти только на яхте, но это будет security ждать. Пожалуйста, обратите внимание, клуб Privé by Rixos Gujek. Далее мы переходим тоже быстро на Бодрум. Rixos Premium Бодрум, наш отель, который 2 года назад полностью реновировал всю свою территорию, все свои рестораны, бары, мини-клуб, спа-центр, пляж, полностью все реновировалось. В прошлом году мы реновировали многие номера, появились новые категории номера, все, которые начинаются на слово «эксклюзив». Это и «эксклюзив рум», «эксклюзив сюит», «гранд эксклюзив террас сюит». Все, что имеет слово «эксклюзив», это «экзекутив», извините. Это услуги «эксклюзив», а номера «экзекутив». Они все полностью новые. Самый маленький из них – это «экзекутив рум» 84 квадратных метра. Также экзекутив виллы роскошнейшие здесь появились на 5 спален. У этих типов номеров, у всех есть вот такие эксклюзивные услуги. Это особая привилегированная концепция с личным ассистентом по отдыху, с фаст-трек услугами по вылете из аэропорта Бодрума для проживания 10 ночей, VIP-встреча, конечно же. И, конечно, расширенная концепция мини-бара и туалетных принадлежностей. Номера очень высокого стандарта, уровня. Что касается других типов номеров, они тоже имели косметический ремонт. Номеров, которые прям очень там как-то могут кого-то расстроить, которые не в очень хорошем состоянии, в Rixos Premium Бодрум не осталось. Но есть, конечно, совсем новые и есть отремонтированные. В Rixos Premium Gujek мы вот создали такие моменты где-то на пляже, на территории сада. Вот разные фигуры можно увидеть, статуи, как вот на этой фотографии. То есть мы еще связываем красивую природу с искусством в этом отеле. А здесь у нас очень много разных тематических моментов, такие как дегустация вин, дегустация оливкового масла прямо в главном ресторане. Очень известны у нас тут миксологи, которые всегда порадуют прекрасными коктейлями. Мини-клуб, я напомню, что тут самый прекрасный, потому что он с видом на море, практически 360 градусов, в очень красивой локации находится, по лучшим стандартам Rixos, то есть детский аквапарк прямо на территории мини-клуба, и детский ресторан, и открытые игровые площадки, и разные студии в помещении, тоже все очень красиво, все в одном месте, все новое. И, конечно, это тоже отель Эгейского побережья, который дарит незабываемые ощущения, такие как плавание при звездах, тоже вот САП при лунном свете в полнолуние, йога на острове. Кстати, вот с прошлого года очень активно задействуют остров для прекрасных мероприятий, но не шумных, не тех, которые могут нарушить его атмосферу, а вот таких, как утренняя пробежка на острове, йога на острове, sound meditation на острове, и вот такие вот прекрасные мероприятия для единения и гармонии с природой. И что еще тут у нас бывает? Это приятнейшая музыка арфы вечером или просмотр фильмов на открытом воздухе. Очень потрясающие мероприятия здесь тоже появились в прошлом году. Лобби-терраса у нас имеет потрясающий вид на закаты. Ну, здесь везде вид прекрасный, но с лобби-террасы по-особенному это все видится. И вечером, вот как раз на закатное время, у нас тут тоже живая музыка. Это может быть либо саксофонисты, либо скрипачи, либо фортепианная музыка. В сопровождении музыки здесь вообще ощущение просто вау-вау-вау. Это отель, который с
создан для видотерапии, и мы вот эти моменты добавили, чтобы еще более яркую гамму этих ощущений создать. В спа-центре тоже добавляются новинки, такие как дополняется пение тибетских чаш для массажей. Еще больше у нас становится здесь фестивалей, помимо традиционного оливкового фестиваля в сентябре. У нас еще тут есть теперь Олимпийские детские игры, детский рикси-карнавал, детский рикси-кидс-фест, вот фестиваль омоложения в этом году планируется. Мы подробно будем тоже и программу все отправлять еще. Это вот спойлеры, так скажем, на прекрасный 2023 сезон. И в этом году мы еще планируем здесь несколько раз за сезон устроить день рождения оливковых деревьев. Оливковые деревья, я вам скажу, это самый главный, так скажем, хозяин, который принимает гостей на этой территории. Здесь более 1000 оливковых деревьев. И вот такие виды просто практически отовсюду из отеля. Хочу сказать, что сразу сакцентировать на самых главных плюсах этого нашего отеля. Потрясающая локация. Здесь никаких ни лестниц, ни лифтов, ничего. Очень пологий, удобный спуск к морю, поэтому и с колясками, и на каблуках очень удобно везде пройти. При этом потрясающий вид. Особую красоту и шарм добавляет остров, которые мы с вами вот позади здесь видим, но с разной высоты, с разных ракурсов. Это потрясающая живописная линия. При этом это не бухта какая-то, застрявшаяся водой, это уже открытое море, но с живописной линией. И остров делят живописно еще на некоторые части, поэтому это самый красивый вид, честно, в Бодруме. Вот такой потрясающий бассейн, который появился после реновации 2021 года, он выложен черной плиткой. В этом секрет, почему все здесь так отражается, как в природном водоеме. Это тоже потрясающий эффект с разных видов, особенно когда сидишь в главном ресторане на террасе, любуешься, как будто бы на озеро смотришь. И еще плюс отеля, что здесь у нас большая очень территория, при этом осталось максимально 238 номеров, поэтому здесь тоже очень камерно, очень приятно, очень отель, который просто завораживает и вносит нас в другую реальность, в другую вселенную, действительно забываешь обо всем, пока здесь находишься. Я могу еще долго вам про Бодрум рассказывать, но передаю слово моей коллеге Дарье, потому что ждут еще наши другие отели. Если вопросы, быстро давайте гляну, если вопросы нет, да, если что, пишите, в процессе мы тоже еще ответим. Дарья, приглашаю коллеги, тебя. Здравствуйте всем. Всем спасибо большое, Лен, за прекрасную презентацию. Я тоже себя почувствовала, как будто на Эгейском побережье. Действительно, уникальные места. Мы с вами сейчас также посмотрим и погрузимся немножечко в другую атмосферу. Для начала представлюсь. Меня зовут Дарья, я являюсь представителем офиса продаж и базируюсь в Rixos Premium Тикирова. Сегодня вам расскажу про два прекрасных наших продукта, которые находятся в не менее прекрасной зоне. Это регион Кемера. Мы с вами уже сегодня были и в Белеке, и также в Ногейском побережье. Благодарю коллег за прекрасную презентацию. Сейчас мы с вами переходим к не менее, как я говорю, прекрасной. Это Кемерский регион, один из самых популярных отелей. Это Rixos Sungate. Я думаю, гостей либо агентств, которые не знают, не слышали об этом отеле, наверное, нет. Он является одним из флагманов нашей компании, поэтому я с гордостью, в принципе, сейчас хочу его представить. Он у нас немножко преобразился с прошлого года, я думаю, вы также об этом слышали, но сейчас мы с вами более подробно его разберем. Не буду занимать максимальное количество времени, я думаю, вы хорошо знаете этот продукт, мы с вами пройдемся по новинкам, по основным моментам. И что же, начнем. Итак, коллеги, Rixos Sungate. Находится он у нас в прекрасном месте. Это регион как раз, значит, Бильдиби, потрясающий вид Кемера. Наверное, сейчас здесь не запустится. Одну секундочку, еще раз попробую.
Нет, к сожалению, этот слайд. Давайте тогда далее. Потрясающие виды, удивительный регион. Здесь у нас самый, наверное, большой наш отель, который действительно вмещает в себя огромное количество гостей, имеет несколько зон, но чтобы не пугало вот этот размер, да, масштабность этого отеля, он более 200 тысяч километров в квадрате. Он более-менее логично, да, у него логичная инфраструктура, у него разделенные территории, поэтому удобно, комфортно всем, те, кто хочет веселиться, тем, кто хочет более спокойно отдыхать. И также есть очень логичные пути к ресторану от самого дальнего корпуса. Можно очень быстро добраться и к ресепшену, и к основному ресторану. Но давайте немножечко все-таки по новинкам этого года. Как мы знаем, с 2019 года Сангейт у нас начал постепенную реновацию. Реновацию некоторых номеров, корпусов. И на данном этапе практически 70% номеров в Риксос Сангейт у нас прошли реновацию. То есть практически 70% номерного фонда реновирован. Основное здание, восьмиэтажное здание Риксос Сангейта не проходило реновацию, обращаю ваше внимание, коллеги. То есть номера, которые у нас базируются в главном здании, там была у нас только косметика, то есть косметический ремонт, что-то поломалось, что-то необходимо было заменить и так далее. За пределами основного здания абсолютно все корпуса прошли реновацию. С трепетом хотелось бы познакомить вас с новинкой прошлого года. Это номера Marina. Все номера, которые имеют название Marina, это у нас новая категория номера с прошлого года. И в этом году мы добавляем еще 3 обновленных Marina Suite. Расположены они около теннисного корта. То есть, если смотреть на отель сверху, по пляжу, то с левой стороны. Далее. Новинки. Это не запускается у меня этот слайд также. Коллеги, скажите, пожалуйста, видно ли вам слайд? Вот этот. Наверное, презентация слишком большая, но я уделю внимание на словах. Помимо корпуса Marina у нас обновляются также в этом году части номеров Superior. Чтобы вы понимали, самое главное, да, в 2019 году все номера комфорт, категории комфорт были обновлены. И в 2021 году номера категории Superior были обновлены. То есть мы частично реновируем в зимний период определенные части и категории номерного фонда. Если же также смотреть на отель сверху, по пляжной линии, то как раз номера комфорт Superior будут находиться с правой стороны от главного здания. Значит, Marina с левой стороны, где теннисный корт, и комфорт Superior с правой стороны от главного здания. Номерной фонд достаточно большой. Изменений в номерном фонде также достаточно много. Подытожу, что остались у нас только категории, находящиеся в главном здании. Также один из важных моментов, который нам еще в прошлом году заявил Риксос Сангейт, да, теперь это уже не такой тусовочный развлекательный отель. На данный момент Риксос Сангейт уже с прошлого года перешел в концепцию семейно-развлекательный. То есть ждать теперь от Сангейта. Раньше он у нас был как самый веселый, самый активный отель не только в Турции, но и в Европе. На данном этапе Сангейт немножечко сменил свой курс и уже более семейный. В Сангейте отстроили невероятно роскошный, красивый детский клуб, но об этом немножечко попозже. Я уделю обязательно время и внимание детской концепции. Также новинка этого года, абсолютно новый ресторан «Блум». Он у нас находиться будет там, где раньше был эгейский ресторан. Он будет платным для всех гостей, и работать он будет по системе а-ля-карт только на ужины. Я обращаю внимание, что это уже немножечко более изысканный и более премиальный вариант обслуживания в плане food and beverage, в плане именно питания, так как здесь действительно будет уже подача более высокого премиального уровня, более роскошное меню. Здесь у нас будет fine dining, то есть здесь гости, которые в этом году у нас будут отдыхать, откроют для себя немного новый Риксос Сангейт. Я напомню также, коллеги, Риксос Сангейт у нас не является премиум отелем. Это 5-звездочный отель нашей сети, который
достаточно иметь твердую позицию. Тем не менее, на территории Риксос Сангейта также есть у нас прекрасные виллы, которые, конечно же, нельзя сравнивать с пятизвездочным отелем. Это уже другой абсолютно продукт, это уже премиальное качество продукта, поэтому обращаю ваше внимание, Риксос Сангейт у нас – это пятизвездочный отель нашей компании, и Club Diamond – это виллы, которые находятся на территории отеля Риксос Сангейт. Это уже другой продукт, абсолютно с другой концепцией. Уважаемые коллеги, я сейчас хочу передвинуться, наверное, к самому важному, к самому захватывающему, почему же Риксос Сангейт сейчас сменил концепцию, что же именно включает, какие именно развлечения и программы, новая концепция. То есть мы не можем считать, что Риксос Сангейт с прошлого года стал абсолютно семейный, там стало скучно, тихо и так далее. Тем не менее, ждать уже от Сангейта, как мы ранее видели, это after-party, пул-партии и так далее, веселье 24 часа, этой концепции нет. Конечно, будут у нас дискотеки после главной программы, но это уже не до утра, это уже более в спокойном формате. Вижу комментарий касательно нет фото, давайте попробую сменить. Я буду продолжать, вы, пожалуйста, напишите, если по-прежнему не видно. Есть, все, отлично, спасибо большое, Ирин. Итак, что же в этом году подготовил Риксос Сангейт для наших маленьких гостей? Удивительное количество новинок. Во-первых, в 2019 году Риксос Сангейт у нас отстроил огромный клуб детский, является прямым конкурентом нашему самому семейному детскому отелю Риксос Премиум Тикирова. Это 20 тысяч квадратных метров. Находится он в сосновом лесу, да, то есть это тень, сосновые деревья, это на открытом воздухе. У нас есть более 10 мастерских и воркшопов для детей абсолютно разного характера. Это и робототехника, и музыка, и рисование. У нас действительно разнообразные предложения для гостей абсолютно разных возрастов, и для малышей, и для более постарше. Я обращаю ваше внимание, что детский клуб Риксос Сангейт принимает малышей в сезон, высокий сезон от 12 месяцев. Но детская группа от 12 месяцев до 4 лет включительно, да, у нас с условием принимают таких малышей, что один раз в час родители будут подходить, контролировать ребенка, смотреть, все ли в порядке, может быть, также покормить, потому как наши коллеги, которые работают в детском клубе Риксос Сангейт, маленькую группу не кормят, то есть для этой цели. Гости наши маленькие от 4 лет, они у нас являются полноценными гражданами Риксос Сангейта, в том числе Рикси Kids Club, поэтому они могут находиться в детском клубе практически целый день. На территории детского клуба находится также и аквапарк, и ресторан, то есть там можно и перекусить, там есть и более, скажем так, полезные блюда, более такие, которые любят дети. Тем не менее, давайте вернемся к новинкам, потому что я могу достаточно много рассказывать про прекрасный детский клуб в Риксос Сангейте. В этом году у нас открывается клуб юных археологов. Это достаточно интересная такая новинка этого года. То есть наши маленькие гости будут с нашими аниматорами, да, с нашей группой выдвигаться на территорию отеля в поисках различных сокровищ. Также у нас запускается новый проект «Детский кемпинг» в стиле Риксос. Это также для уже более старшей группы. Это будут прям палатки, это будет как наш привычный лагерь, да, в котором дети будут вместе с группами, да, и также устанавливаются палатки на территории отеля. Тоже очень интересная программа, интересные новинки. Я думаю, это возможность задеть более широкую аудиторию, не только малышей, но и детей постарше. И передвигаемся дальше. Кстати, вот здесь я хотела бы как раз взять указку и продемонстрировать вам. Коллеги, вот территория пляжа огромная в Риксос Сангейте. Главное здание, вот оно расположено восьмиэтажное, оно у нас без реновации. Напоминаю, с левой стороны от главного здания новые категории номеров «Марина». И вот здесь с правой стороны у нас огромная территория, это номера «Супериор» и «Комфорт». Это все террасные корпуса, они у нас были реновированы на протяжении последних уже 3 лет. В центре нашего отеля, в самом сердце, я бы сказала, нашего отеля, располагается у нас потрясающий продукт отдельный, напомню еще раз, это Club Diamond. Здесь на территории Club Diamond у нас находится 26 вилл,
и номера небольшой квадратуры. То есть некоторые гости не приезжают в большой компании, это может быть семья из двух человек и ребенка, или там двое взрослых, двое детей, которые хотят иметь более премиальный вид отдыха, но вилла не подходит по бюджету, либо в ней нет смысла и необходимости. Так вот, вилла гостей у нас встречают, как вы знаете, уже в аэропорту. Мы предоставляем индивидуальные трансферы, встречу с шампанским, с цветами. Это батлер-сервис, это 24-часовой рум-сервис, это аликарт-ресторан, который работает для гостей вилл 24 часа в сутки. И, естественно, это отдельные территории на пляже. То есть это павильоны и отдельный пирс для вилла гостей. Если гости других категорий номеров, которые проживают в Rixos & Gate, пожелают забронировать себе павильон, они это могут сделать только если будет такое наличие. Но хотелось бы про вас проинформировать, количество павильонов предусмотрено таким образом, чтобы полностью хватало гостям вилл. Соответственно, этой возможности может не быть. Но гости после прибытия могут запросить, так как у нас, естественно, на пирсе и у павильона на пляже у нас отдельный сервис, там у нас отдельный бар, также на пирсе есть сауна даже, если кто-то приезжает в начале сезона либо в конце, также можно попариться, будет это на территории именно пирса. То есть вилла-концепт максимальным образом отличается от базового концепта Rixos & Gate. Обращаю ваше внимание, вилла-гости, это виллы в Club Diamond, они имеют возможность пользоваться и пирсом, там у них есть павильоны, и павильоном на пляже. А гости, которые проживают в номерах небольшой квадратуры, они имеют возможность пользоваться только пирсом. Но это ни в коем случае не должно каким-то образом вас настораживать, потому как там действительно потрясающий сервис, замечательные виды, тоже отдельная подача, отдельные палатки, мини-бар, то есть абсолютный комфорт. Подытожу по Rixos & Gate. На данный момент самый большой наш продукт на побережье на турецком. Это огромный отель с большим количеством развлечений для гостей абсолютно разных возрастов. Он у нас сменил концепт полностью с фан на семейный и развлекательный, поэтому в этом году можно смело его предлагать как гостям молодым, так и гостям с семьями. Здесь будет интересно, детям будет чем заняться. Расположение у него также прекрасное, потрясающие виды. И мы продолжаем с вами побережье Кемера и завершаем нашу экскурсию. К сожалению, у нас не так много с вами времени осталось. Я лично являюсь представителем именно вот этого отеля, Rixos Premium Tikirova, и считаю, конечно, что этот продукт заслуживает максимального внимания на Анталийском побережье по той причине, что у него просто невероятная локация и месторасположение. Для тех гостей, кто любит не только роскошный отдых, прекрасное море, но и потрясающие виды, это именно это место. Здесь у нас собралась премиальная концепт и компании Rixos, и невероятно красивые виды, которые окружают наш отель. Мы находимся прямо у подножия знаменитой горы Тахталы. Здесь море невероятных оттенков, здесь потрясающий пляж, очень комфортный вход в море, как для взрослых, так и для маленьких гостей. То есть какая-то специальная обувь не нужна, хоть мы с вами знаем, что в Кемере с этим нужно быть аккуратным. Так вот, Tikirova у нас является таким особым, скажем так, продуктом. Итак, в этом году у нас есть новинки в Rixos Premium Tikirova, которых мы долго ждали. Наконец-то я с гордостью представляю вашему вниманию. Мы в этом году меняем наш концепт еще более премиального качества. Как вы знаете, Rixos Premium Tikirova у нас имеет премиальный концепт. И в этом году очень много позиций, которые будут уже стандартно премиальными в нашем отеле. Ну, также есть новинки касательно и реновации в нашем отеле. Планируем мы открытие уже с 1 марта. Я на данном слайде хотела бы как раз указкой вам показать здание. Те, кто у нас был в гостях, я уверена, много кто знает. Вот это прекрасное здание, семиэтажное. Там у нас расположены были ранее номера стандарты Family Suite. Мы полностью реновируем на данный момент. Проходит абсолютно полноценная реновация, капитальный ремонт. На данном этапе уже с этого года у нас нет номеров стандарты Family Suite в контракте. Вы у операторов, партнеров
во-первых, не сможете найти эту категорию номера, так как мы полностью ее исключили. И это здание, я обращаю ваше внимание, оно имеет идеальное месторасположение, максимально близко к морю, с потрясающим видом. Здесь у нас, как вы видите, соседей, соседних отелей нет. Здесь уже прекрасные скалы, да, красивейшие, которые утопают в лазурном море. Так вот, в этом здании у нас появляется новая категория номеров. Здесь у нас появляется Deluxe Family Suite. Так как отель максимально семейной и детской концепции из всей нашей цепочки, больше запросов у нас все-таки на семейное размещение. Базовой категорией у нас теперь стал Deluxe. Он у нас расположен в главном здании, там, где ресепшн, там, где основной ресторан. Теперь минимум – это Deluxe размещение 2+1 и новые номера Deluxe Family Suite. В других категориях реновацию мы не проводим, мы проводим косметический ремонт всех категорий, всех аутлетов, как и каждую зиму. Так вот, немножечко подробнее о новой категории. Это будет 52 квадратных метра, абсолютно две полноценные спальни, два санузла, одна родительская комната, одна детская, прекрасное размещение. Здесь у нас размещается 4 взрослых плюс 1, то есть комбинация 2+3, 3+2, и даже если у нас есть еще малыш до 3 лет, мы сюда принимаем. Очень выгодное расположение, здесь можно как бы номер продавать абсолютно с закрытыми глазами, он абсолютно и абсолютно новый. От старого номера, который был стандарт, остался только балкон, мебель, плитка, сантехника, телевизор. Здесь у нас будут боксы для детей с косметикой, также бокс по заезду и комплимент по заезду для гостей. Здесь у нас абсолютно новая, значит, текстиль, абсолютно новый дизайн, поэтому можете на данном слайде обратить внимание, каким образом будет выглядеть. Сейчас проходит полноценная реновация, с апреля мы уже открываем наши двери для наших гостей. Holiday Assistant Service – очень удобная услуга, которая позволяет гостям в течение своего отдыха беспокоить не вас, а своего ассистента по отдыху, который будет помогать, направлять, отвечать на вопросы и так далее. Теперь доступен с этого года для абсолютно всех категорий номеров в нашем отеле. Это пакет, который предлагается нашим гостям в апреле месяце, с 14 по 21, прошу прощения, это ранняя весна. Этот пакет на платной основе для гостей, кто уже будет пребывать у нас в отеле, для тех, кто хочет еще больше погрузиться в медитации, в спорт, совместно с Exclusive Sports Club и спа-центром. Это для гостей, кто интересуется вот таким вот ментальным, да, вот духовным здоровьем. В прошлом году мы открыли прекрасный ресторан, он есть практически в каждом нашем премиальном отеле на турецком побережье, это People's. В этом году он будет работать 24/7, то есть гости, которые поздно приезжают, рано уезжают, либо просто хотят иметь альтернативу основному ресторану, у нас имеют возможность покушать здесь. Здесь у нас заказ по меню. Я не могу назвать, что это именно а-ля карт ресторан, так как все-таки он не привязан к какой-то культуре кухни, либо мировой кухни, как это европейская интернациональная кухня. По меню 24/7, без резервации, абсолютно бесплатно для всех категорий номеров. Так как мы семейный детский отель, коллеги, я обращаю ваше внимание, у нас большинство наших мероприятий – это фестивали для семей, для детей. В этом году мы также готовим очень большую развлекательную программу. Каждый месяц будет какой-то фест для детей и для семей в том числе. То есть у нас отель хоть семейный, но не скучный, очень активный, спортивный. Для детей, напомню, самый как бы семейный детский отель, у нас территория детского клуба 30 тысяч квадратных метров, и мы принимаем малышей в детский клуб. Детский клуб наш от 6 месяцев до 17 лет. Даже малышей от 6 месяцев до 4 лет можно оставить без дополнительных оплат. Вот это маленькая комната, группа Happy Babies, она работает с мая по октябрь только по предварительной записи. То есть родители за день подошли, записали и могут оставить малыша. Даже таких маленьких, когда иногда мамы, папы хотят освободить руки хотя бы на какое-то время, сходить в спа, отдохнуть на пляже, эта возможность у нас есть. Конечно же, Exclusive Sports Club есть в каждом нашем отеле практически уже. Напомню, в Rixa Sungate у нас не Exclusive Sports Club, у нас World Class. Здесь у нас невероятные тренировки в сопровождении потрясающих видов. Есть и утренняя йога на восходе, и невероятный
велосипедный тур, это даже не тур, а более триатлон, он включает все другие спортивные мероприятия во время путешествия, абсолютно бесплатно для наших гостей. Кто хочет держать дух и тело здоровым, имеет такую возможность в нашем отеле. Это как раз триатлон, о котором я говорила. И уделю время двум моментам. Первое, Ленда Влежец, коллеги из Сангейт и Тикерова у нас в летний сезон имеют возможность ежедневно поехать в тематический парк Ленда Влежец абсолютно на бесплатной основе. Напомню, трансфер и вход мы предоставляем, напитки, еда на территории парка на платной основе. Но, тем не менее, и Сангейт, и Тикерова располагают своими аквапарками, которые также не менее скучные, также экстремальные горки. И у гостей есть альтернатива, конечно же, посетить и парк, и воспользоваться аквапарками на территориях наших отелей. И второй момент – это виллы, которые располагаются у нас в Риксос Премиум Тикерова. Они также находятся на территории самого отеля. У нас 26 вилл Executive и 4 виллы Superior. Итого 30 вилл с премиальным сервисом. Как я говорила, Club Diamond – это встреча в аэропорту, индивидуальный трансфер. В зависимости от количества ночей, от 7 ночей и более, Fast Track на вылете для виллы гостей. И от 10 ночей и более, это CIP-терминал в обе стороны. Мы предоставляем со своей стороны. Конечно же, встреча на вилле с шампанским, с цветами. Это батлер-сервис, рум-сервис, аликарт-ресторан. Это павильоны на пляже, также включены в стоимость для вилла гостей. То есть максимально роскошный отдых для тех, кто выбирает именно вот такой обособленный камерный отдых, спокойный, со своей семьей, либо с друзьями, такая возможность есть. Также обращаю ваше внимание, что виллы и в Риксос Сангейт, и в Риксос Тикерова имеют приближенную концепцию, также касательно Ленда Влежец, то есть это фаст-трек на горках для виллы гостей, поэтому индивидуальность у нас не только соблюдается на территории наших вилл, но еще на территории парка. Может быть, какие-то вопросы я упустила, на что-то не ответила. Прошу продублировать. Время подходит к концу. Я надеюсь, нам удалось вас немножечко познакомить с новой стороны, с нашими продуктами, раскрыть их по-новому в этом году, потому как мы действительно подготовили очень много новинок, и мы надеемся, что у вас пройдет прекрасный сезон. Я останавливаю внимание на вопросах. Вопросов пока не вижу. Тогда, надеюсь, это было... За презентацию очень четко, понятно. Даже не знаю, что спросить, потому что настолько четко изложено. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо вам, коллеги. Ирина, спасибо вам за возможность сегодня поделиться нашими новостями. Я всем желаю прекрасного сезона. Прошу еще одну минуточку, Дарья. Я хочу еще, коллеги, напомнить вам про Риксос бонус-систему. Все наши турецкие отели, кроме Истамбула, Риксос Пэра Истамбул, абсолютно все находятся в этой системе. Рикспарк Белек тоже в этой системе. Если кто еще не пользуется, не знает, я напишу вам тоже сайт, где можно зарегистрироваться. Это система, которая позволяет нарабатывать вам Риксос бонус баллы, которые потом обменивать на бесплатные ночи в наших отелях. Также ежегодно мы делаем мероприятие Риксос Happy Days, куда приглашаем лидеров по этой системе на 4 ночи в один из наших отелей с награждением по каждой стране. И еще в Риксос Парк Белек у нас есть потрясающая акция. Все ваши бронирования сделаны до 31 марта на весь летний сезон с 1 апреля по 31 октября в Риксос Парк Белек. Все бонусы в системе будут умножены на 2. Так что вот вам ноу-хау, как быстро много баллов заработать. Выше я также дала вам ссылочку на нашу библиотеку, где по стране вы можете найти любой Риксос и там же в современном, в актуальном виде видеть все наши концепции, все наши материалы, фотографии, видео и так далее. У нас тут появился дополнительный вопрос про подогреваемые бассейны. Да, в каких отелях у нас есть подогреваемые открытые бассейны? Это, конечно же, Риксос Премиум Белек. В Риксос Премиум Белек у нас огромнейший бассейн открытый с подогревом.
Подогревается он до 28-29 градусов. В этом году его назвали лучшим открытым подогреваемым бассейном Турции. Он же еще и охлаждается летом. Для тех, кто в знойную погоду хочет окунуться в прохладу, это возможно на данный момент в Турции только в Rixos Premium Belek. Также подогреваемый открытый бассейн у нас есть на террасе в Rixos Downtown, тоже с потрясающим видом на всю Анталию, и в Rixos Premium Gjojek, тоже подогреваемый открытый бассейн. Как я сказала, есть планы, что некоторые отели тоже планируют в ближайшем будущем тоже подогревать свои бассейны. И хочу сказать, что уже весна здесь пришла, уже погода днем 20, даже 7 на солнце днями была, днем уже тепло и хорошо, поэтому если кто-то планирует сейчас, тоже уже можно плавать, загорать и радоваться теплым дням. Надеюсь, что скоро тоже придет весна и в Минске, и во всей Белоруссии. Отлично, будем ждать весну у нас в Минске и планировать летний сезон с апреля месяца стартует наша полетная программа. Ну и, конечно, в рекламнике мы надеемся посмотреть все новинки своими глазами. Да, Марин, тоже на ваш комментарий. Да, у нас каждый сезон начинается с каких-то новых приключений, так назовем это. Но туризм, он все равно это дело рук оптимистов. И те, кто продают, да, и те, кто покупают, это все оптимисты, поэтому будем верить, что этот сезон тоже все-таки состоится, несмотря ни на что. Это точно. Спасибо вам огромное, коллеги. Очень рада встрече. Спасибо вам за возможность в Беларуси всей рассказать и представлять отель Rixos. Всем желаю хорошего сезона, до новых встреч. Всем хорошего дня и отличного раннего бронирования. Спасибо большое. Спасибо взаимно, коллеги. Всем огромное. Хорошего настроения, хорошего сезона. До свидания. Всем пока. До свидания.